Всем привет, с вами Джеки, мы возвращаемся к прохождению Need for Speed Most Wanted. У нас осталось всего ничего. Это первая гонка, но мы ее выполним в следующий раз, конечно же. M3 GTR, легенда, просто выполним сейчас. Ну, в смысле, сегодня, в этой серии. GT500 Shelby, 918 Spider и Venom из Most Wanted. Venom, к сожалению, я не могу вспомнить, что это. Мы ее выполним в следующий раз вместе с первым Most Wanted. Сейчас у нас попал на GT500, потому что он рядом находится. Кроме того, так как эта серия будет называться Легенда NFS или как-то так, у нас на очереди попробовать, опробовать, так сказать, да, Lamborghini Diablo SV, на который мы сейчас, потом Nissan 350Z, Nissan Skyline GTR и Porsche 911 GT2. Ну, получается, у нас три гонки запланированы, соответственно, три машины будет. И учитывая, что у нас там M3 GTR впереди появляется, я думаю, мы ее тоже опробуем. Но все-таки грех не опробовать ту самую машину, вы что? Вот на что. Понятно, очень ранимый Diablo SV. Ну ладно. Что-нибудь придумал. Там спецокраска, все дела. Вряд ли Porsche будет. Прям вряд ли Porsche будет, да. Ну да, Diablo SV прям вообще хрупкая, хрупчайшая. Porsche вряд ли будет. Один из Nissan будет, логично. Да, Nissan будет бэху обогнать каким-то боком. Ну, Porsche, кажется, был не суть. Сначала хочу Shelby обогнать, да. Киношную машинку. Превзойти Shelby GT500 и займите первое место. Окей, не проблема. Да, опять смотрим ролики эти великолепные шия. Боже, какая машина. Мощь, просто мощь, красота. Все в одном флаконе. Интересно. Ну, мы так проедем сейчас и бац! Видишь, как обогнали красиво этих кучей. Да, и конечно же разобился. А, он тоже или это коп был? Это коп, кажется, был, да? Чтобы выбросить заразу. Ну, с километра я его, конечно, догоню за 4 километра, но все же. Как будто мы ездим по кругу. О, новый какой-то это так сказать, закрытая локация. Так. Я его немножко успел отбить, да? Футболить. Иду направо, иду направо. Т3 только что прыгает. Внимание, на трассе будет очень активно. Давай, Кент, это не нормально. Объект въехал одного из наших. Вообще. Догоним бортанга. Ох ты ж, блин. Ох ты ж, блин, ты видел? Мне шины пробили. Причем, что я как бы, я, честно говоря, шипы не заметил от слова совсем. Жесть. Только не говори, что я сейчас не успею, да? Я за ним не догоню, не догонюсь уже, все. Сейчас снова выкинуть за разбил херню.
догоните, догоните, пожалуйста, догоните. Не, 400 метров я не успею. Догоните, братанец, пожалуйста. Ну, ну, помогите мне, господи, помогите вы, бестолочи. Понятно, заново, значит. Зараза. Просто опять 5 минут впустую. Мне это раздражает жутко. Просто вот именно, знаете, момент, что абсолютно бесполезная выдалась гонка. Класс. Первый же, зараза, блин, поворот. Ну, гонка такая, кстати, да, она прям вилятельная, скажем так. Сейчас выкинет, смотри. Выкинет. Ускоряется сильно, да. Тут врезался я в прошлый раз. Это меня... А, он тоже разбился, видите? Прикольно получилось, да. И он разбил... Я разбил... И меня разбил он. И его разбил. А зараза, выкинет, конечно, ужас. Бам. Огонь. Главное не шипы. Почему-то тот район, который начальный был, по сути, на котором я гонялся. В смысле, пропущена отметка. Иду направо, иду направо. Вот, я говорю, суть в том, да, что это тот самый маршрут, тот самый, точнее, район, где я ездил в самом начале. В самом, по сути, начале. Мне как бы, я думаю, все знаю, оказывается, но тут столько еще этих непройденных, как они называются. Стендов не разбито, так сказать, вот. Так. Все. Уф, надо разбивать, интересно, сейчас будет, или она сразу доступна станет. А, да, придется разбивать. Ну ладно, ничего страшного. Бам! Бам! Изи. Да, Shelby GT классная штучка. Она не перекрасится, кстати. Просто становится. Shelby, я не знаю, пробовать не пробовать. Гоняться мы на ней точно не будем. Но показать, что это, почему бы и нет. На Shelby мы же еще не гоняли вроде в прошлый раз, да? Вроде не гоняли. Ну ладно, сейчас посмотрим, что у нас там еще есть. Да, тест-драйв всех машин, к сожалению, не удастся замутить, но ладно. Да, кстати, это же этот из фильма с... Эх, не долетел. Из... Как он называется? Леонора же машина вроде бы. Из фильма с Кейджем. Николасом Кейджем, не помню, как называется, правда. Но не суть. На за 60 секунд? Нет. Неважно. Да, классно, но явно не на ней будем обыграть. Давайте попробуем на Ниссане. Skyline, не знаю, или 350Z. Давайте на Skyline, ладно.
Сейчас надо долить Бэху М3. Вообще-то было на Шваре Кобальте. Как у меня получилось или не получилось долить, не помню уже. Ну не суть. 6,3 километра. Погнали. Без нита я М3 сдерну все-таки. И не помню, откуда этот Skyline. Даже интересно. То, что NFS Heroes же называется. М3 GTR я могу еще сказать, понятно. Это самый простой Most Wanted. Lambo, Diablo. Это какие-нибудь старые NFS-спиты, наверное. Хрен его знает. У меня есть диск где-то со всеми NFS-спитами. До Pro Street включительно. Вот, да. Грандиск ходит куда-то. Вот, но это не совсем то. Ну, в плане, я во все играл, но не запомнил. Мне нравилась больше всего четвертая часть, где можно было... Так, это Хеннесси, это не то, это в следующей части. Четвертая часть, как я сказал уже, да, где можно было, по сути, гоняться за копов. Я прям любил это дело. За копов и разбивать машины этих гонщиков. Вот это было классно. Так, можно будет на можно было бы на Мазерати какой-нибудь переключиться, да, и на ней в итоге их дернуть. Их, в смысле, Хеннесси Веном, или как он называется. Мы тем временем приехали, кстати. Да, та самая легенда сейчас будет у нас. Что-то скорость маленькая для машины этой почему-то. Может, мне кажется, конечно. Но как будто бы, правда, быстрее может быть. Что это? Мерседес, да, тут стоял. Ну ладно, фиг с ним. М3 GTR, пожалуйста. Кстати говоря, получается у нас... Только мы все это пройдем, у нас примерно 1,5 миллиона спидпоинтов будет, неплохо. Я не знаю, как М3 GTR можно вот такой ролик оформить, если честно, не представляю. И даже интересно посмотреть, как они с этим справятся. Угу. А, типа это фара автомобиля только. Нифига себе, не заморочились. Да, это та самая М-ка. Ну, к сожалению, да, не в том обвесе. В смысле, не в том окрасе. Там же синяя вроде была, да. Бело-синяя, тут черно-белая. Но как же она прекрасна. Все 4 километра, кстати. Интересно будет посмотреть, что получится. На этом, на Skyline как будто бы вообще скорость мизерная. Ты, слушай, разгоняемся, мы раскочегарились. Сейчас тыкнет меня, смотри, тыкнет в попу. А, нет, разбился. Нифига себе. Там 2 километра. Надо было. Так, он сбился, есть. У меня есть шанс. Ай-яй-яй. 1,5 километра, так. Мне жалко, не знаю, как назад смотреть. Нет, это не то. Это М-ка, она перекрашена, видите, в синий, кстати. О, все, минус. Фак. Я разбился. Он сейчас пронесется мимо и выиграл. А это Pro Street, кстати. Skyline, это из Pro Street, скорее всего. Зараза, обогнал. Блять. Ну все. А, еще в конце прыжок будет, да, видимо.
Да, прыжок будет, отсылка. Да, Pro Street, то, что у меня сейчас нет, этот, господи, Skyline, это из Pro Street. Я почему-то уверен. Не знаю почему, но просто уверен. Да, и, видимо, у нас не получится. Хотя на Нике может быть потом. Больше пока. Принято. Отправляю подкрепление. В смысле слишком мощная машина? Что? Что мощное в этом? Таймка просто мощная сама по себе. А мой Skyline так, баловство. Я, кстати, держусь ближе к нему сейчас, потому что удалось пройти первый поворот хорошо. Ух ты ж, ё. Потерял скорость практически. Но все равно выйти М3 GTR, конечно, прям супер мощный. Так, сейчас он снова должен пролететь как-то мимо или что-то того. Нет, зараза, не пролетел. Но... Блять. Грёбаные копы. Нифига ваша поворот, конечно. Сейчас мазаться должен. Не, ГГ. ГГ. Прям вообще ГГ. Я не могу пройти его. Я не могу пройти М3 GTR на своей колымаге. Без обид Skyline, но, блять. Просто если с третьего раза не пройдут, то смысла гоняться нет. Блин, я просто... До свидания. Да просто до свидания. Блин, просто... Идите нахер, а. Я одну гонку, получается, что и прошел. Охренеть. А тут что за машина? Понятно, ламба. Класс. Давайте попробуем на этой пройти, хотя хрен его знает, не пройду явно. Пятая попытка понадобится, я возьму какую-нибудь, я не знаю. Да тут же, блин, Мазерати опять. Или Порш обычный. 911, который в самом начале карьеры доступен был. Управляемость на черта. Проблема в том, что я не смогу сменить машину в Мазерати тоже. Из-за того, что, блин, понимаете, я должен был пройти 3 гонки. Я за это все время прошел 2. О, господи, одну точнее даже. Просто гов... Ладно. Оп. А это что за херня вот сейчас была? Прикольно, прикольно получилось. Прям вот да, отсюда начинаю, еще и с 0 км в час. Сейчас. Сейчас.
машинам в этом районе. Начать поиск подозреваемого. Прием. Тут Мерседес стоит, кажется, да? Хочу все-таки сменить на что-нибудь. Я говорю, Порше. Да, пожалуйста, хрен с ним. На Порше-то я М3 дерну или что, блин? Че за фигня происходит? Вообще не понимаю. Просто реально какой-то херней получается занимаюсь. В том плане, что из-за того, что я пытаюсь на стоковых машинах обойти мощные, получается реально херня. Наверное, мне стоит как-то пересмотреть свою тактику и на прокачанных машинах проходить Most Wanted. А то реально какая-то фигня. Вон, DB5, пожалуйста. Картинка. Наверное, стоит его прокачать и на нем пройти тогда, нет? А почему нитро нету? Подожди. Охренеть, ты понимаешь? Так, нет. Ты понимаешь, а? То есть я еще и забыл поставить тюнинг на машину. Давай. Блять. Простите. Просто блять. Похер, я установил уже все, ну вот. Сейчас будем проходить с самого начала с прокачанной машины, а то, блядь, мне пришлось на ходу прокачивать. Я просто горю, извините. Зараза. Хреново вписался в поворот. Ну вот, дрифт шины ставить я не трекаю, ну хрен с тобой. Да если бы, блин, 200 км в час всего, ни о чем. Ну тут управляемость явно нужна, это тебе не свой ру... ну не на Вероне соревноваться явно. Есть. Так. Блять, ладно, нормально. Нифига семка там дает, конечно. Я его сейчас обгоню, я уверен. Говорится, бухнет троица, поэтому я прошел с пятого раза, да. Конечно, еще не прошел, но я верю, что пройду. Ой, бля. Бляха-муха, что происходит? Господи, он врезался. Как же мне, блин, повезло. Офигеть, он близко. Вы посмотрите просто миллиметраж, считайте. Это миллиметраж. Фу. Пятая попытка была. О, кстати, 1 392 000, значит, даже... Не, нормально все. Сейчас обгоним его. Да, это все-таки синий цвет, не черный был. А потом на этой М-ке надо будет пройти еще одного. Бам, блин. Зараза. Куда? Как ты... Он удержался на дороге. Мы так и договаривались. Сейчас свернет еще где-то резко. Не, нормально, сейчас смотри. Бам! Бедная мемка. Прям жалко ее стало. Так. Точки смены авто 14 из 15. Еще одну не нашел какую-то. Странно, ладно. Ну давай, я не знаю, Риплис, Фэрхэвен, Сентра. Давай Риплис Пойнт, потому что мне кажется, это ближе всего будет к не Хеннесси, а к этой. Хеннесси, ладно, это не надо было, но не Хеннесси нужен. Сейчас разберемся, короче, куда ехать дальше. А, ну нифига себе, это что за цветки такие, вы что? Придурочные. Да, 918 спайдер сейчас. 10 километров? Не-не-не, ребят, мы так не договаривались. Ну,
пусть будет Fairhaven Center, потому что Hughes Park, я знаю примерно, где находится. Здесь я Porsche дерну без нитро. На этой эмке. Во, уже поближе цвет, но все равно не то что-то. Еще хуже, нифига, где это находится тогда вообще? Давай, окей, давай последний, попробуем Hughes Park, я не знаю. Видимо, да, это все порежется, что вы будете видеть более сокращенную версию. Без вот этих вот моих дурацких. Опять какая-то непонятная расцветка. Ну, видите, 7 хотя бы километров, а не, блин, 10 и 11. Трэш. Тут еще, оказывается, в этом парке есть стенды. Не, расцветка какая-то дурацкая. Вот. Герой. А чё это, легенда? Хорошо прям идет, спокойно, ровно. Ну, кстати, да, я не заметил, чтобы она сейчас сломалась или еще что-то за это все время, так что... Это не может не радовать, фу-фу-фу, конечно. Сейчас, может, на... Здесь сколько она даст на шоссе? Я на 250 рассчитывал. О, лампа появилась здесь, посмотрели. А, нужно срезать, видимо. Офигеть, как плавно это получилось. Да, я просто срезал, по сути. 225 нормально едет. Блин, пропустил. А, она, видимо... Да, точно, это же на пути в аэропорт. Этот дурацкий Porsche находится. Понятно, почему так далеко было ехать отовсюду. Ну, что поделать, как говорится, красота требует жертв, в данном случае жертв требует поездка туда. Я в аэропорту покутил один раз, мне хватило. Опять же, избежал столкновения, вот все. Porsche 918 Spyder. Но учитывая, что остальные все машины в этом дополнении, это типа хэтчбеки, по сути, BMW там первой серии, или M1, не помню точно, первой серии вроде. Audi, кажется, какая-то тоже, Ашка, третья или первая, наверное, даже. Вот, нет, RS3 Sportback, как так называется. Ух ты. Как паутинка. Прикольно. Почему-то цифра 3, интересно. Ну, тоже неплохо, но не впечатлен. Что ж такое, дайте уже начать. Я на BMW сейчас дерну 6 метров, да? Поэтому будем гонять, что ли, по аэропорту? Аэропорт, точнее. Территорию аэропорта выезжает. Бам! Огонь получилось. Сейчас меня мажут. Смотри, меня мажут. Не, нормально. О, дрифт. Бам! Хм. Зараза. Бам! Он реально летит. Огонь. Второй цель.
Вторая цель это сзади. Блин, сейчас бортанет меня, смотри. Не, это его повело. Зараза. Ух, ё. Черт, сейчас. Как он меня обогнал-то? Каким образом он быстрее едет, я не понимаю. Он включил себе какие-то шины, что ли, специально, или что? А, ну все, сейчас я выйду сюда. О, на дорожник, неплохо. Ну, что-то он прям, да, на этой рвет меня, на бездорожье. Ё-моё. Бам. Да, вот именно, не пытайтесь идти за мной. О, вот уехал этот. Офигеть, куда-то он улетел, смотрите. Я боюсь, что если он улетел сейчас туда, он сейчас пролетит так же. О, охренеть. А можно так же его было, нет? Потому что вот финиш уже. Через полкилометра финиш. Давай. Ладно, успею, нормально все. Из-за первого раза, да? Не смейте. Фух, господи, трэш. Ну все, сейчас выбьем быстренько Поршик и все. Мы победили, считайте. У нас останется... Веном и первый в списке лидеров. Мы быстренько пройдем, я думаю. Тут должно быть несложно, потому что там, блин... Давай. Есть. Там просто находилось море. Вы сейчас увидите, я то упаду. Или нет, если я успею затормозить. Не, я успею затормозить. Ну, короче, вот. Видите, вода, поэтому как бы да. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Да, надеюсь, что я смогу сократить на поменьше видос. Но в любом случае, спасибо, что оставались со мной. Вот, это была серия Легенды НФС, да. И увидимся в следующей, последней, завершающей серии Need for Speed Most Wanted 2012 года. Всем удачи, всем пока.